Здравствуйте, меня зовут Екатерина Голдина. Вы смотрите программу «Афиша» на телеканале «Самара ГИС». На этих выходных Самара отмечает свой день рождения. Ей исполняется 438 лет. Праздничные мероприятия пройдут 7 и 8 сентября по всему городу. Горожан ждут бесплатные концерты, более 100 пешеходных экскурсий, мастер-классы, лекции и кинопоказы на любой вкус. Подробнее о программе «Дня города» в ближайшие несколько минут. 7 сентября стартует Всероссийский фестиваль духовых оркестров на сопках Маньчжурии. В этом году он соберет 12 коллективов из разных российских городов. В 13:00 в Струковском саду состоится торжественное открытие фестиваля. С 18:00 в Летнем театре сада пройдут концерты Нижегородского губернского оркестра и военного оркестра штаба Черноморского флота. В субботу в Струковском саду завершит вечер романсов с участием заслуженной артистки России, актрисы театра и кино, певицы Екатерины Гусевой. В сопровождении рояля прозвучат популярные отечественные романсы и песни. Начало концерта в 20:30. Множество артистов порадуют горожан на бесплатных концертах. 7 сентября в 15:00 начнется семейный концерт «С днем рождения, любимый город» в историческом парке «Россия. Моя история». В музее-галерее «Заварка» в 19:00 выступит самарская певица Фефа. 8 сентября в 14:00 в Библиотеке народов Поволжья свой разнообразный репертуар покажет детский музыкальный театр «Задумка». А в 19:00 в сквере Эльдара Рязанова можно будет услышать любимые романсы в исполнении известного самарского баса Георгия Шагалова. Маленькие жители Самары смогут познакомиться с городом поближе на творческих мастер-классах от городских библиотек. В субботу в библиотеке номер 1 на Краснодонской 13 ребята смогут смастерить книжную закладку с достопримечательностями города. Начало в 13:00. В библиотеке номер 5 в 15:00 дети узнают об особенностях создания флага и герба города и познакомятся с книгами об истории возникновения Самары. Библиотека номер 26 предлагает ребятам поздравить город с днем рождения и изготовить праздничный букет в технике аппликации. Начало в 11:00. Прекрасный способ отпраздновать День города, узнать о нем что-то новое. В детской картинной галерее 7 сентября в 16:00 пройдет лекция, посвященная Петру Алабину и его заслугам перед городом. На лекции в музее Эльдара Рязанова 8 сентября можно узнать о жизни советского человека в Куйбышеве 60-80-х годов. Она начнется в 17:00. Кстати, во всех городских музеях 8 сентября – день бесплатного посещения. На этом я с вами прощаюсь. Еще больше подробностей о праздновании Дня города я расскажу вам в следующих выпусках программы. Увидимся совсем скоро!